Итак, всем привет. Тема сегодняшнего ролика Windows 11. Все мы знаем, что осенью Microsoft выпустит Windows 11 22 H2. Это видео касается неподдерживаемых компьютеров, в которых нет TPM2. Переходим на виртуальную машину. Поехали. Что нужно будет сделать компьютерам, которые не поддерживаются официально? Как обновиться с Windows 11 21 H2 на Windows 11 22 H2? Во-первых, иметь всегда под рукой свежую версию программы Offline Insider Enroll. Можно найти в интернете, если написать в Яндексе вот Offline Insider Enroll. Далее, перед тем, как начнет загружаться сборка, открыть диск C, нажать параметры. То есть все, что мы делали в предыдущих роликах с вами, когда у меня еще был неподдерживаемый компьютер. Нажимаем «Показывать скрытые файлы, папки и диски», применяем, и тут будет папка скрытая Windows BT или BT. Заходим в нее, там Sources, и удаляем вот данный файл. Имя ему Compat Appraiser Resources. Мы открыли диск C, нажали параметры, то есть вот параметры. Показать скрытые файлы, папки и диски. Применили, зашли в центр обновления, нажали «Проверить наличие обновлений». Появилась наша новая версия Windows. Здесь появится папка. Заходим, ищем этот файл и удаляем его. Тогда не будет проверки TPM 2.0. Я сам сейчас сижу на Offline Insider Enroll. Объясню почему. Потому что вот когда я захожу в центр обновления, у меня вот такая штука. Либо ошибка, либо вот, не знаю, может это у кого-нибудь еще присутствует, не только у меня. То есть мы запускаем Offline Insider Enroll. Я здесь выбираю Release Preview Channel. То есть сейчас уже 22H2 у меня установлено на моем компьютере. То есть не на компьютере, а на виртуальной машине, так как на MacBook'ах, на чипах M1 официальной поддержки нет. То есть я выбираю троечку, здесь могу нажать нет, нажимаем нет, заходим в настройки, центр обновления Windows, программа предварительная оценка. Вот у нас применено релиз предвечено, то есть я буду получать самые ранние обновления, мелкие накопительные, предварительный выпуск накопительного обновления, то есть скажем так, это у нас финальная версия 22H2 уже. Вот, то есть порядок действий, когда выйдет 22H2 для всех. Ну или вы заходите в релиз превью, когда она там появится. Порядок действий. Первое. У вас появилась сборка в релиз превью. Вы нажимаете скачать, быстренько заходите на диск C, параметры, показать скрытые файлы, папки и диски. После этого здесь появится Windows BT. Заходим, ищем файл Compat Appraiser Resources. И все. Удаляем его. Ждем загрузку и обновление системы. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. На все комментарии мы отвечаем. Если комментариев будет больше обычного, мы опять сделаем видео, ответы на ваши вопросы. Уже третий будет выпуск. Всем пока, до встречи.